Да. А куковал своем кукуем. Между едой и закуской.
На такие твои пусть баре покупают за наличие. Кассу ресторана пополняют. Драгоценная вы моя, мне бы жениться на вас. Я ведь такая же вдова, как и вы. А ты голосуй! С детства! Вот что, черпак, если подобную ересь позволишь, нищ, ударю. А что, холод? Одной вам с рестораном-то не управиться. А что я вас люблю, все люди знают, те, кому я сам сказал. Так, а вот что я тебе скажу, цыпленок Саку. Еще подобную ересь позволишь себе, я в суд на тебя подам. И сама ударю, за Ван Ивановичем следующим ляжешь. Ну, это мы еще будем посмотреть. Будем посмотреть, будем. Шаль накиньте. Да подите, поголосите. Ладно уж. Ой, на кого ж ты меня оставляешь? Такую вот. Ох, как убивается бедная. Если она бедная, то кто у нас богатый? Да не плачьте вы, Марьяна Юрьевна. Ему плохо. Так и нам не весело. Вот счетец. Извиняюсь. А что ты, Герман Карлович, со счетом? Каким местом я цифры разглядывать буду, когда все глаза мои слезами свиной скорби? Заняты. А как сработано? Вот все думают, дуб. Одному человеку видно, что сосна. Ты кому это видел? Ван Ивановичу, покойнику. Скажи, свое дело или... Разве не видно, что дело свое? Моя фирма ритуальных услуг век живи. Тоже мне не были ее проблемы. А расценка ли за облачными живым пугать? Ура! Веселее быть не может. Из всяких профессий. Надо. Мадам Петрик с платьем провалилась, а он и вдруг...
утешительные. А ведь утешу. Хочешь, тут же утешу. Ведь мы с тобой такие разные по статусу. Но плюс к минусу дотянется. Сейчас как прирежу к ее по статусу. Марьяна Юрьевна. Свят, свят, свят. Видал? Ну, вышла наш король. Молчать будет. Марьяна Юрьевна, я не то, что там извиняюсь, амуры крутить, а прямо женюсь. Из твоего ресторана и моего агентства холдинговую компанию сделаем. Такое сотворим! Того одинокую! Славую! О! На мои честные намерения кинем по статусу! Лови на репельки! Или пусть освободит место. Ну не оборвут ли, скажете? И на кого ж ты меня? Который раз? Ну и денек. Oh,
Мария Юрьевна, а не найдется ли у вас водочки? Что-то про напоминать собрались. Не поминать, Мария Юрьевна, а обнимать. Вы что-то головокружительное. Ого! Не ого, а ключи от храма Божьего. Я имею к вам духовное и боюсь быть откровенным половое влечение. Четвертого Бог послал. Ой-ой-ой, тебе прислужбы, и вдруг водочки. Я хотел бы с закуски начать. Если с этого начнешь, чем кончать будешь? Боюсь на тебе, вдовица. Сам сниму, разведусь, женюсь. А я думаешь, жениться не умею? О, не с неба ли глаз? Да так, сестра. А мне личный джип от епархии обещают. На многое лето. Господи, проспонсируй нам долги наши. Другой такой копыт.
убивайте себя так. Господь только единого мужа взял. Значит, вознаградит сторицей. Ага, вознаградит. И как же мне не убиваться? Мне без моего Ванечки не жить. Ой, кладите меня с ним. Или его со мной. Ой, что же я буду делать одна? Да с ценами на жилье, да с налогами. Со мной Стилька. Стойте! Нельзя хоронить. Запрещено по закону. Как нельзя? Почему нельзя? По какому закону? По закону сохранения материи. Не заплатил налоги, покой даже в гробу не снится. Как такси? Платишь, тебя везут, не платишь, иди пешком. Я Шубель, как Клим Степанович, как чиновник, ношу ясность. Вскрывать его надо, потому как умер скоропостижно. Зачем скрывать? Мы его уже отпили. Только отпили. А чего там скрывать? Один жир на душе, да алкоголь по артерии. Валюту, верно, ищут в евро. В стране-то стабильный кризис. А чего, можно и скрыть? Стоять! Доска разделочная. Специальный врач резать должен. А где ты спецврач возьмем? Найдем. Правда, сейчас живых докторов, значит, не меньше, чем... покойников. Как хотите, господа сострадальцы. А мне-то что делать с покойным мужем? Что делать? Так это надо согласовать. Отвезем церквушку при кладбище, а там видно будет. Вопрос согласован. Yeah.
Ну, наконец-то, раз мы все брали.
не пойдет меня хоронить, живую хоронить. Это же западло! Не позволю. Если жизнь моем придумали, поверьте, что не помню. А вот и покойничек пришел. О, какие люди! И без охраны. Если Верочку изволили потерять, так на глазомер подобрать можно. На любой вкус выбор. И на вашу фигуру сколько угодно. Так что под мышками прошу вас. И в талии, извиняюсь, жать не будет. Господин Жорж, наши свежие каталоги. Прошу, наши новинки к вашим услугам. По прейскуранту стандартные похороны 2000 рублей, 5 копеек, вот квитанция. Простите, это вам от меня или мне от вас? С вас, гражданин, причитается налог. 153 рубля 84 копейки плюс пеня. Сами виноваты, налоги не платите вовремя. Откуда, простите, взять? Будет у меня свой ресторан, тогда другое дело. От моего товара, извиняюсь, все как черти оклада набегут. Да иной-то родиться специально, чтобы умереть. А его, дурака, в больницу везут, лечат. И жить не дают, и помереть тормозят. А я ж не убыток. Медицина так поперек дороги становится. Да у нас такие врачи, даже то, чего нет, вылечат. А зачем? Хотите с похоронного агентства доход? Поддерживайте наш бизнес. Закройте больницы, уберите медицинские академии и берите налогов сколько хотите. Вы платить не хотите? Или как? Хочу, но не могу. Разве с этим народом, извиняюсь, заработаешь? Да еще под вашим неусыпным оком. Плохо умирает, говорите. Из рук вон плохо. Одно землетрясение, и дела сразу поправились бы. Что ж, придется в судебном порядке. Причем здесь суд? Да в каком порядке? Ну, не знаю. И вам помочь хочется, и закон уважать надо. Закон надо уважать. Пусть нарушают законы те, кто их выдумывает. Так сколько вы сказали? 153 рубля 84 копейки плюс пеня. Здесь 200 долларов. Сдачи не надо. Он заплатил налоги. И спи спокойно. Пока-пока. Как много денежек на крошки, как много ласкового земля. В моем
почтение. Чтоб вы сами налогами обложились. Сборщики налогов такие люди, которые всегда придут на выручку. Так с нею идут. Это... Еще один покойничек. Утро доброе. Бог вам помощь, если верите. Это вы будете. Ну как же не я, когда меня все живые и мертвые знают? Дворжанская. Эльвира Сергеевна, я к вам насчет гробика. А, дело житейское. Забота о будущем. Вы знаете, наша фирма «Век живи» имеет огромный ассортимент на любые вкусы. Вам подойдет цинковый? Холодно. Да нет. Днем удобно и прохладно. Холодно. Я к вам с починкой. С какой починкой? Ну, насчет гробика я к вам с починкой. А, это вы если насчет обуви, так это через дорогу напротив. Простите. А вы могли бы на гробик кожаную латочку поставить? Ну что же, простите, подержанный приобрели? Или, извиняюсь, сами износить успели? А в дружочек, сколько хлопот с ним было. И вот обрать хотели. Подоносу. А. Как народное достояние. А потом-то я в нем провизию держала. Вот ребятка брызги мыши прогрызли. Ну почините, сыночки. Мадам, наша фирма существует с 1887 года. И ни деды, ни прадеды никаких латочек, заплаточек не ставили. А давайте-ка я вам новый гробик приспособлю. Всем на удивление, так с ними меры чёрты. Так, что вы меня вам так все обратно? 150, так и... Да, ну 135, пардон, мадам, пардон. Вам придется... Двух спальник. Ну куда же мне двуспальник? Иначе невозможно! Совсем. Ваша комплекция как дополнительная жилплощадь. Ну, значит... А как у вас при жизни гробик защитился, мадам? Мне его покойный муж заказал. А, извиняюсь, а за что это у вас угробить хотел? Очень ревнивый был. А я-то в молодости в катушку была. Любила петь под гитару. Нюхать побудь со мною, пылает страсть в моей... Дальше, так вот, он нас застал вдвоем, когда мы пели под гитару. Поклонником мы его... Он сразу в окошко вытянул. А меня чуть не прибил до смерти. Вот на всякий случай гробик заказал. А мне видение было. Я скоро... Сомневаюсь, мадам, вы еще другой гробик переживете.
Что? А вдруг я скоропостижно умру, а он дырявый? Когда сделаете, я заплачу. Нет! Даром! Это каждый помирать захочет. Уж тогда сделайте по всем правилам. Мои родители были дворянами. Я люблю Париж. Я люблю музыку. И не люблю революционеров. Я люблю читать классиков в подлиннике. Наше время нас губит и рушит, и туманы сирени висят, и в мальчике.
господа, честь имею. А, незаменимый специалист по шарах. Если пришел по делу... Потрудись любезно называть меня на вы. Роман Робертович Лузер, заведующий бильярдной Киев руки, шутить не любит. Декларасси де друа де лом. Весель Констант Гебензенил Шлемазл. Excuse me. Fuck. Молчать. Один раз въеду, здесь же и отпоюсь. При входе табличку видел? Посторонним въезд воспрещен. Человека. Говори, что делать.
Придут к себе женихи, но с выпивкой. Ну, мальчишник свой справится как-то. А успей! Дурак, они хотят тебя споить, в твой же гроб заколотить, ты к невесте отправить. Эй, братва! Как заявится компания, дам вам сигнал, берите кресты, ну, типа серебряные, и всех почем не попадя. Опять дурак, сам их свои в гроб положи, и к невесте, а тупо побьешь себя в полицию. И на невесте женись, кто хочет. Да ты голова. Ума столько, сколько в памяти. Веришь, пиджаку даже штаны снять хочешь. Вот как послужил, до штанов. Заметано. А ты, мастер, сделай мне на лицо. Да встречай друзей-то. Едва уломал его. Теперь все в ваших руках, как договорились. Напоить в гроб и к невесте. А подкрепление это будет? В лучшем виде, чтобы там сделали. Герман Карлович, а зачем вам столько воды? Для женихов готовлю всемирный поток. Поставишь бутыль с водой рядом со мной, понял? Окей. Ура, глазами, на спа. Дела, глав. Мы-то спать не собираемся. Как бы заказали его братка не стопилось. Речи за дубами, вот сара одного с удовольствием раскрутил. Герман Карловичу? Жениху. К Марьяне Юрьевне? Невесте. От многое лето. Многое лето! Многое лето, многое лето. Милости просим. Извиняюсь, что надо. По промыслу небесному. Нечасто человек, к сожалению, холосты бывает. Мальчишник справить пришли. Прикажи Герман Карлович, чтоб поляну накрыли. Это мигом, братва! Что? Давай, ворёнок. Ну, прошу вас, голубчик, все готово. Начнем, а то свадьба на носу. Опа, а это бутыль откуда? А вы моей водочки отведайте, а? Не стой, его водки не пей, шут его знает, какой там компот. Молодцы, почему? Мы, значит, угощать пришли, а ты свою выставил. Ну и пей ее сам. Согласен, пусть каждый пьет свое. Видал?
А вот так! Видал? А вот так! Это... Видал? Это сверхъестественно. Честно, уважаю. О, девушки, откуда такая благодать? Роман Робертович сказал, что вы желаете повеселиться. Оскорбляйся, что надо? Не голова у этого маркера. Живем в Европе, и он давно уже американским президентом сделал. Thank you.
вас. Да. А гробы, катафалки, мерседесы, магазин и прочая недвижимость. Ну чего стоит его недвижимость в сравнении с движением моей души? Пока вы только руками двигаете, маркер, руки с бильярдом! Свою водку пили по-честному, а он воду хлебал.
Вода! Кажись, ты печеная! А ты думал, водка? А, знаю, что у вас было на уме. Меня порешили, бандит. Фильтруй базар, Фрей! Братва, бей! Зачем бить? Давайте любить. Господа, продлевать будем? Будем! Тогда платим. Платим и катаемся.
и жизнь. Что делать, Господи, прости? Кого мне выбрать, уж не знаю. Не за таксиста жизни. А что, как си? Агрессивно, ты больше, чем жена моей.
свадебной комиссии. Честным местом. Ладно. Кто сказал? Старый
Петровна уверовала. Но без аллилуйя никакой свадьбы не будет! Хорошо, не батюшка, говори, но если сможешь. Чем? Что тут говорить? Да, спеть!
раздумываем. А оплату за услуги получить не с кого. Господа, господа, мы прошу наконец предоставить нашим врачующимся их положенную колыбельную славу. Оставим молодых наедине, так сказать, для совершения. Пойдемте, пойдемте, господа. Пойдемте. Пойдемте. Не волнуйся, моя Анна. Он сам мне дал свой пиджак в аренду. А теперь претензий к ха! Сам! Пиджак верни! Вот, возьми, Иван Иванович, царствие ему небесное. Совсем новым подавись! Не в жизнь покойника не надену! Получите и убирайтесь его. Нордиси, я сказал, вон! Погодите, детки, дайте только срок. Я его сейчас... Успокойся, Рома. Нельзя же тебя так огорчать из-за пустяков перед ответственным событием. Моншер Мари, наконец-то мы вдвоем. Шус в колыбельку. Я извиняюсь по документу, я предъявляю свои права.
на пороге, так и лягу у дверей. Я в журнале расписался. Нет, простите, извините, виноват. Ты на чего мне в самом деле в холостой лежать в постели, если в паспорте записана жена? Вот-вот-вот, я бегу к тому ж. Мне законы эти неизвестны, может, в самом деле я не муж. Так и мне выходит тут за ним, кому-нибудь штрафом мог. Thank you.
кисти нет, кисти. Еще и порвали друг друга. Это кто? Покойник. Ван Иванович. А какой миленький. Как живой. Живой. Однозначно. Показывай своего ненаглядного! Я...
заглянул в историю, а сам пустый. Так это ты, Герман. А что я? Что я? Я не виноват. Пиджак мой, паспорт, извиняюсь, мой. Но в ЗАГСе-то я не был. И подпись свою не ставил. Да вы хоть у повара спросите. Абрам, а ты что мне предлагал? Скажи! Я вообще дружеское утешение. Ну ведь не жениться же. Кто же так без ресторана женится на одном-то меню? Ну а ты? Кто тут мне намекал? То на старого коня, то на борозду. Да, куда мне? Пожилому человеку с вами молодыми. Гонки устраивать. Мать, о, не то. Оста! 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 Так это отец Яков? Твой новый суженый. На тебе ж креста нет. Помяни, Господи, что я... Ты что-то противное дело затеял. Да помилуй, сын Иоар. Да вот живого-то муж, да приживой там жене. Еще в Писании сказано, возлюби. Но не возобладать. Да. Лучше б я, наверное, не просыпался. Кому верить? Зачем жить? Все! Достали все! Как не умели жить по-человечески, так и не научились! Сам видишь, что этим людям надо. Прости. Горько мне. Честно. Стыдно. И горько. 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 Горько.
Спасибо.